В Петродворцовом районе вновь активизировались мошенники, дистанционно снимающие деньги с чужих банковских карт. За последние два месяца в полицию обратились 15 пострадавших. В прошлый раз всплеск жалоб пришелся на конец зимы. Всего в этом году зафиксировано более 150 обращений по поводу мошенничества с картами. Злоумышленники звонят держателю карты, сообщают, что она заблокирована, просят сообщить персональные данные и три цифры на обороте. Сотрудники полиции напоминают, три цифры или так называемый CV-код никому нельзя показывать и сообщать. Ни в коем случае не отвечайте на смски с подобным содержанием, что ваша карта заблокирована, пройдите к банкомату, мы вам сообщим инструкцию, как разблокировать карту. Просьба в таких случаях, в случае получения смс или получения телефонных звонков вот от таких мошенников, сообщать о данных случаях в службу безопасности банка по тому номеру, который указан непосредственно на вашей карте. Также сотрудники полиции просят граждан активного возраста объяснить своим пожилым родственникам, что не стоит доверять подобным звонкам и смс-сообщениям.